Его встречали в Италии как настоящего короля. Однако турки отнеслись к славе Джана Эмана за пределами родной страны со скепсисом. Так что же спровоцировало новый скандал со звездой сериала «Ранняя пташка»? Обозреватель издания «Таквим» Уфук Ашжан заявил о том, что вся история с бешеной популярностью Джана Эмана в Италии была не более чем постановкой. Напоминаем, что пару недель назад во время визита актера к его отелю пришла огромная толпа поклонников, продемонстрировав любовь итальянцев к турецкой звезде. Однако, по словам господина Уфука, который побеседовал с известным пиар-менеджером, сейчас такое несложно организовать. Сначала агентство создает костяк из 50 человек, которые получают вознаграждение за свои труды. Затем они распространяют сообщения среди поклонников актера, которые, конечно же, имеются в каждой стране, где демонстрируются турецкие сериалы. Получившие вознаграждение участники начинают шуметь перед отелем, привлекая внимание зевак и создавая толпу из нескольких сотен человек. Напомним, что недавно в одном из опросов на известном интернет-сайте Джан Эман был выбран лучшим актером в мире. Однако господин Уфук, впрочем, как и многие другие соотечественники актера, сильно сомневается в объективности этого опроса, заявляя, что Джану еще многое предстоит сделать, чтобы действительно доказать свою популярность, не прибегая к подобным приемам. Пока же его популярность держится на романтических комедиях и энергичном менеджере, и вряд ли долго продержится. А что думаете вы? Правы ли турецкие таблоиды, которые так пренебрежительно отнеслись к успехам своего соотечественника за рубежом? Является ли популярность Джана Эмана настоящей и не закончится ли она через пару месяцев? Поделитесь своим мнением под этим видео и не забудьте подписаться на наш канал.